хотел пройтись по тому мосту, далековато сегодня вон дому. Скоро люди. 18. Видел он где-то есть. Так вот. Сам полноводно плыни. Как это у них получилось? В общем-то, друзья, вы сами видите, хотя всего им приписать нельзя, как и того зла и ненависти, что ныне царят в нашем мире. Скорее всего, мир, который они как бы волшебным ключиком запустили, наш мир, уже продолжает сам по себе развиваться. Или же наоборот. Исчезать и деградировать. Вот такие вот валы отделяют сам от территории. Продолжи. Несовершенное творение богов. Что мы еще можем сказать о самих себе, друзья? Они создали нас из расходного материала животного мира, преследуя некие собственные выгоды, вызванные катастрофальными и радикальными изменениями на Земле после катаклизма и фактически апокалипсиса. Искали выгоду и создали таких же, как и сами, существ, ищущих выгоду и курс, ставящих, естественно, борьбу за существование превыше всего. А что оставалось им? А что оставалось нам? И вот был такой, перейдем уже к делу, живший в одной из горных деревушек Янек. И жил он со своей убогой матерью вдовой. Были они очень бедны, и хоть парень был работящий, сильный физически, но заработать в округе не мог. Вот и говорит он: пойду я в город, в Оленьгуру, научусь там кому-нибудь ремеслу и заработаю денег. Ведь так как мы живем, проголодь матушкой жить нельзя.
То есть технологии для человечества были утеряны, но остались еще покровители, которые старались нам человечеству, помочь. Заметьте, человечество, такое название только восточных славян, у западных уже людскость, то есть людинство, вот так вот. Ну, добро, об этом мы не будем тут вот засорять мозги, как говорится. Ну, вот и опять Янка от смерти, как и Иван Дурак, спасся он в кипящем котле, а глупый царек, королек поплатился. Ну и как вам, друзья? Повтор, а? Или то, кого заимствовал? Ну, наверняка не эта сказка была, так сказать, заимствована от Ершова. Но кто его знает? Может быть, и кто-то из словаков наших, так сказать, собратьев по роду племени прочитал эту сказку, которую мог великий Пушкин, которого его гениальная няня, эту царесалкане, стройбуяне, поте, который ходит в руку. Что-то он знал этот Пушкин, благодаря, конечно, намного все сложнее, как и с этим каким-то Пушкиным сюжетом для Ершова. Но, ну, ладно, может быть, и Ершов, и Пушкин просто прочитал эту словацкую сказку. Thank you.